Базовое движение Scrabble Foot, оно же PDBR, оно же Scrabble Foot, оно же PDBR. Scrabble Foot это то же самое, что PDBR, только другое. И давайте разберемся, что же другое. Во-первых, Scrabble Foot делается быстро. Во-вторых, Scrabble Foot построен вот на таких прыжках. В-третьих, опора в конце движения у нас не на одну ногу, как в ПДБР, а сразу на две. И мы от двух ног отталкиваемся. И в-третьих, когда мы делаем ПДБР, мы разворачиваемся в одну в диагональ и в другую. А когда мы делаем Scrabble Foot, у нас минимальный разворот в диагональке. И давайте по пунктам, по шагам разберем, как делать Scrabble Foot. Вот, первая ступень — это, как я уже сказал, прыжки. И можно вот так попрыгать. Справа-лево. Раз. Я чуть больше сейчас разворачиваю ноги, чем нужно, но когда будет быстрый темп, то эту диагональку мы почти убираем, но она естественным образом просто уберется. И получается, во время этого прыжка я своими ногами делаю переступы в форме ПДБР. Так-а-та. 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 И здесь важно вот этот эффект прыжка оставить, это ощущение оставить и подстроить вот эту форму ног под этот прыжок. И у нас, получается, движение выходит на полчета. И раз. Но там между и раз еще образуется а. И а раз. И а раз. И а два. Чуть побыстрее. И а раз. И а два. И быстро. И а раз. Вот я подпрыгиваю, и ноги формируют. Точнее. И ноги делают форму ПДБР. Так-а-та. 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 Когда я приземляюсь, то, как я уже сказал, у меня вес остается между двумя ногами. И я обеими ногами отталкиваюсь. Та-та. Та-та-та. Чтобы сделать этот прыжок, чтобы уйти в другую сторону. Так-та. Окей, и покажу спиной. Так-та. Так-та. И а раз. И а два. И а три. И а четыре. И предлагаю в таком формате на самом деле, в самом начале, когда вы делаете одну половинку, потом пауза, вторую половинку, пауза, одну половинку, пауза, вторую половинку. И а раз, и а два, и а раз, и а два. Когда в таком формате вы чувствуете, что вы и делаете прыжок, и делаете форму ПДБР, и приземляетесь на две ноги, и отталкиваетесь с двух ног, тогда можно попробовать сделать два подряд. И а раз, и а два, и а раз, и а два. И а раз, и а два, и а раз, и а два. Как только два раза подряд все там супер-пупер ништячок, то увеличивается до четырех раз. И а раз, и два, и три, и четыре. И спиной покажу. Пять. И а раз, и а два, и а три, и а четыре. И а раз, и а два, и а три, и а четыре. Окей, как только четыре раза подряд выходит, то переходите на делание движения подряд.
Scrabble Food. Я думаю, что все понятно, все четко, все ясно. Важно соблюдать прыжок, и именно прыжок придаст этому движению кочевость. Потому что вы поднимаетесь вверх и опускаетесь. И получится вот такое кочевое, быстрое Scrabble Food движение. Практикуйте, тренируйте, развивайте, пробуйте. Если будут вопросы, обязательно пишите. Это был Карл. До встречи.